Всем привет, дорогие наши зрители, подписчики канала на YouTube. 1 мая. Всех, да, с праздником. Сегодня у нас 1 мая уже. И мы в Людиново. Вчера вечером приехали уже. Вчера приехали уже поздно. Я вообще как-то вчера день был сумасшедший. Мы просто некогда даже было снимать. Утром я по делам ездить. Ну, молодцы. Ладик. Давайте, собирайте, собирайте. И глянь, сколько еще много. Надо сейчас папе будет пахать. А? Ты помогай, там уже папа. Я там помогаю, я это там делаю. Ну, мам, ну как мы это все сделаем? Давайте, давайте, все, надо цветочки эти выбрать, которые тут позаросло все. А? Давай, собирайте. Я устал. Ша, чего ты устал? Еще ничего не делал, уже устал. Начали папе пахать огород уже, видите. А Владик идет траву выбирает с летом, с Илюшей. Илюша лентяй, не хочет ничего делать. Сейчас он сажает картошку, папа тут какие-то удобрения разводит, чтобы от жуков. Что такое? И добавки различные, удобрения для картофеля. Это, а это что? Ой, мамочки, да, только другая фирма. То же самое. А? Чтобы туда хорошо картошку росла. Сережа копал. Там тут траву помогал тоже выбирать. И там. А? И там. И там, да. Сейчас сажать тут маленький участок. Тут и вон там. Сажаем картошку уже. Участок посадили. С удобрениями. И вот такая красная картошка у нас получилась. После этой, как он называется, правильно? Химикат, короче. Химия. Для жуков. От жуков, да. Владик у нас там убирает травку, ходит. А эти мелкие с ума сходят, бегают туда-сюда. Они уже все отдохнули, они спать хотят, полежать. Они уже устали, да. Не привыкли они у нас так работать. Да, как это так? Так, ну что, мы уже выдвигаемся, время 1:30 до крестного, да, Илюшина, да, Сереги. Да, кума тоже сегодня там будет много. Здрасте, родственников. Где Владик? Ладно, сделали. Самое главное, посадили картоху. Что мы еще? А, ну да, посадили полностью в саду, там на огороде, на большом картоху. Завтра заведем грядки, там осталось, да? Завтра... Ну там, да, под морковку. Под морковку. Ну там делов на час всего. Свекло, да. Вот. Потому что не знаю, как погода, сегодня дождь, и слава богу, что мы сегодня посадили все это дело. Все, и, здорово, все, и все, картошка у нас все. Крёстный тоже, кстати, сажает. Да. Чего мы и планировали уже попозже, через часам полтретьему приехать. Так, взяли сумки, холодильник. У нас тут мы привезли килограмм стейков. Тут два вида. Чак-ролл и что, шницель, да, у нас? Да. И чак-ролл за счёт пленя. До магазина еще надо взять огурцы, помидоры на салат. Посмотрим, что еще прикупим к столу. Сейчас пока, да. Ветер прохладный все равно. А, вина буду плавно взять, да, говорил. Жидкое золото у него есть. Сойская, сойская, да. Вот ноги сажают тоже. Смотрите на него, какой красавец идет. Да. Валик, что? Ничего. Ничего. Ну, кстати, с него Валика футболисты выиграли первую игру 4-0. Тамбове они. А у них первое место? Нет, пока еще первую игру в группе в Тамбову хозяев выиграли. Как раньше было Черноземье, сейчас называется всем по-другому, там зона центр как-то переименовали немного. Папа, одень хорошо куртку, пожалуйста. Папа, а когда мы все нашли за водой, там уже кто-то плавал. Закупались, что ли? На лодке. А, на лодке плавал. Кто-то одел. На лодке уже кто-то. Вот. Сумка-холодильник у нас такая. И завтра мы еще к Лене планируем, мы уже вчера зазвонились. Завтра? Да, они ждут нас в гости в обед тоже. Уже там пожарим мясца, перевезли мы. Так, ну что, пойдем туда, сейчас до магазина, до Людиново, и все. Вероника, куда ты побежала? Вот, вот такой мир, труд, май. Папа, да? Смотри, какая красота. Да, потому что вчера потрудились хорошо. Как обычно. Очень хорошо. А, да, это маленький лицей. Не, ну траву папа, собирали, папа, собирали. Да, конечно, вы только сначала выехали, а потом все вкинули. Да. Ветер, плохо, ветер, конечно, задувает. Когда ветра не было. Ну что, не прошло и 5 месяцев, да?
Не прошло и 5 месяцев, мы опять здесь. Только теперь все зелено. Да. Как всегда, тут ужасно с этими маршрутами. Единица и 11, это вообще раз в полчаса. Это, конечно, ужасно. Надо сюда добираться. Ирка сажает. Все сажают. Но они, видишь, сами еще сегодня пахали. Серега пахал. У него мотоблок здесь. Илюшкин, пошли, хватит деревяшки брать. Вот, и дорога ужасная тут по трудовым резервам. Просто кошмар. Ну, разбита полностью здесь, сука, Эмли. Книжки по вытрудной. Шериф гуляет. Конь тоже. Сереги не видно, правда. Серега, отдыхай. Серега, нет, Серега пахал. Отдыхай. Илья, моя машина идет. Давай руку, все. Так, ну что, приехали мы к крестному, досадили они картоху, как раз к Крым приехали. Вот, Таня уже с детьми с нашими на качели переставили сюда. Вот новшество, которое было, небольшой еще каркас на зиму, когда мы здесь сбоку здесь делали, вроде Серега сделал под карету, правил свет, вообще выложил кирпичиком, плиткой, и здесь вот получается казан, и здесь уже решетка, ну полностью для шелка, гриля, даже два казана еще один стоит. В общем, стейки мы решили делать на сковороде, потому что не будем мы на углях, ни разу не делал стейки на углях. Сделан на сковороде, а сейчас будет у нас Серега идет, там почистил картоху, будет делать, нарезают салаты, там еще родственники пришли. Вот, купили мы огурцов, помидоров, там оливок, шпрот. Вот, сейчас будем делать салат, там свёртку делают. И в Казани будет у нас Серега, будет, ну, покажу все это дело. Картошка по охотничьи, вывел на трубу. Ну, по-моему, все сделано, конечно. Вот, красота. Вот, и собачка ваша бегает, которая зимой, не знаю, будет. Аккуратно, не раздави, Илья, собачку, да? Ох, собака не принимает, ее снимает. Курочки там. Рич, да, я знаю. Я не помню, зимой мы снимали его, не снимали. Ричи. Я взяла у него игрушку подошла брать. Ричи. Вот теперь он тебе лапку поранил. Лапку поранил? Да. Ладно, гуляйте. Я пошел на улицу. Ну, ой, ты домой. Так на улице. А что ты домой? Там готовят все равно, Илья. Там курочки. Курочки. Папа, смотри. О, смотри. Что это такое? Ну, кидай. Ну, а ты Ричи кидай. Он сейчас вторую возьмет. Ну, кидай ему. Нет, рукой. Ты можешь просто кинуть? Оп. Нет. Нет, он стой. Стой играется. Вероника, аккуратно, держись. Ой, даже не верится, что не дождь будет вечером. Хотя срок все-таки есть, передают, что завтра дождь, не знаю, 9 вроде по прогнозам. Очень плохо. Вот в апреле хорошие дни стояли, а сейчас цветочки растут, пальчики, да? Ну, жарко. Смотри, а то видишь, какой ветер. Мячик хочу. Ну, а где мячик? А, Мич, Ричи их упроколол. Прокусил. Вероника с Таней на велосипеде катаются. Так. Ричи, мяч забрали, тебя попробуем накачать, если он еще нормальный или нет. Посмотрим. Оп, тихо, аккуратно. Поехали. Ну что, разожгли мы. Серега, кстати, первый раз сегодня пробует. Я думал, он уже пробовал, а оказывается, нет. Ну вот. Да не, еще пусть горит немножко, да. И так вот из трубы поперло. Дымок отечества, нам сладок. Я думаю, ты готовил уже. Сейчас все это дело разгорится по-быстрому. Мы в казан картошечку закинем, все это дело посмотрим. Детки пошли, наверное, кушать. Не ем что-то сегодня. Ричи, мячик где? Собачка. Что ты, Илюша? Тихо ты. Ты от Ричи прячешься? Я смотрю, где он. Он за тебя, Илья, уже. А? Лук чистил. Лук чистил? Да. Серёга нас тут готовит за повара. Что это такое готовится? Скажи нам. Походничай. Серёга сказал, что картоху обжарю. Там ребра потом будут. Уже будет вкус. Обалдеть. Вкусно? Наверное, это всё. Серёга, приказ готов уже. Снимай. Глянь, идет. Сережа, это что? Это
Желтое золото. Жидкое золото? Жидкое золото. Оля, обалденный. Таня, аккуратно смотри. Я знаю. Тут труба вся накаленная вообще. Питок просто. Сейчас добавляю вкладываю. Скажи, что это? Что это такое? Расскажи нам. Ну, ингредиенты. Картошку, кажем. Картоха, ребра еще. Картошка там, ну, можно сейчас с колбасками было, ну, колбаски будем с ребрами, с копчеными. Давай добавляй второе. Золотистое. Так, открыли вот тягу, Серега, когда ты шел, ну, и конечно. Буквально быстро, вот. И получилось полностью золотистое. Там у нас получилось первый блинком вареный. Первый, как вареный, вот вареный получился. А сейчас я просто открыл все и... Внизу. И жар пошел. Жар. Красота вообще. Сейчас, в общем, вначале мы все это делаем картоху. Ну, просто обжариваем. Да. Чтобы она потом форму не потеряла. Кстати, еще Серега. Серега принес такую штуку, сделал он сегодня. Паштет. Наверное, подобие делал в том году, только не из фасоли, а из кешью. Ну, это вообще на Пасху мы ели. Да, ну, и как бы мы понравились. Да, Серега, вот Серега с Иринкой опять держали пост, опять выдержали. Молодцы. Я снимаю, какой я стал. А? Какой я стал. Ну, мне кажется, что в году ходе это было. Больше снимал. Я не набрал 5 килограмм. Ну так, ну я ж не... Пост не является средством того, что добрать и не добрать. Ну, не, это для себя, для своего организма, в принципе, да? Для этого делается еще. Просто. Выдержишь, как бы, ну... Можно отказаться, элементарно можно отняться. Не, ну тут да, я в том году тоже столько не ел, 6 месяцев в том году, а вообще ничего не ел. Кроме, ну правда сыр я ел. Сыр я ел. А ни яйца, ни мясо, ни колбасу, молоко не пил. А, ну вот эта штука вот, получается здесь, типа паштета, грецкий орех, фасоль, лук. Ну и специи, и все это перемалывается блендером и все. Ну вот как и кеши майонез делается из орехов кеши, тоже перемалывается, добавляется горчица, добавляется чеснок и все такое, и тоже получается заправка для салат, да и так просто вот на хлебец. Ну, паштетка очень питательная, можно спокойно просидеть, ты сидишь, ты как колбасы съел. Вот. Ну, паштет, кстати, про фасолевую колбасу скажи, вот. Колбасу из чего ты делал? Из гороха делал. Горохая колбаса, ну тоже есть рецепты. На ютубе. Также полторашку ее набиваешь, там варишь, это блендеруешь. А, полторашку набиваешь. Итак, картоха полностью у нас готова. Ну да, обжарили. Да. И теперь лук, и следом добавляется тоже до лук до золотистой корочки. Так вот это. И морковь. Ну, нет, сейчас про это подбывать. Там чеснок, специи, да? А ребра потом уже? Ребра, потом мы опять картошку вернем и, соответственно, что будет. Да. Что это потом покажешь? Все уже будет красиво. Зелень, скажи им, иди. Лук в ребре. Посмотри, какое ребро. Вот пошли ребра. Копченые, да? Копченые ребра. Сколько давало? Она начала. Я не знаю, кто это. Копченые. Я порубил, я не знаю. Нет, ну порубил. Мясо тут достаточно нормально. А чего ты? Куда? И чесночок. Специи чем будет, да, Серег? Пускай, она от собаки. А, Серег, специи потом? Сейчас, нет, да, и специи потом пойдут. Сейчас запах уже, смотри какой, на. Аромат. Вообще. Обалденно. А? Просто обалденно. Понюхай. Нет, чувствуется уже запах, да, почувствуется. Дети гоняют. Футбол. Кричи так тянется. Сейчас вернем картошку и витамины. Я просто от себя щина, конечно. Так, все. Поохотничья она или нет? Я так думаю, поохотничьи. Охотники уж мы добыли столько рюк. Так, осталось зелень, и лук, там, сейчас, петрушка и укроп. Подкушим, под крышечкой чуть-чуть. Ну, это потомится. И специи, Серёг, ты говорил, какие там базилик, розмарин. Розмарин и черный перец. Ну, сейчас соль еще потом присолим. Горошком перец уже, да? Нет, почему? Черный, сыпучий, молотый. Молотый, да? Кладаем и угли вытаскиваем. Все, готово. Угли вытаскиваем и... Шашлыки. Шашлыки будем жарить. А, сюда вытаскиваем? Да. Конечно, вон как. Так, картошка у нас походничек готова. Аккуратно, Вероника, у нас такой вот стол. Свежие салаты, рыбка, нарезки, оливки. А шпроты не достали? Шпроты, не вижу шпротов.
Оливки достали, так что потом нету. И сейчас будет еще курица, и попозже сделаем еще стейки. Так, сейчас скажем, про шпрот и... Ну да, да, сейчас. Итак, ну что, давай, курица первая готова, нормально прожарилась? Не знаю, я не знаю, я там крылья и бедра. Вообще так, и пошел чак ролл. Сейчас не знаю, поскольку, сейчас посмотрим. О, быстренько переверну. О, я говорю, он быстрый, видишь как, смотри. А маринованный раз, значит, тут жарко. Он не маринованный. Он в своем этом собственном соку, как бы, все. Ну давай. Видишь, он капает. Все, пошло, это говядина, ну, и жир с него. Сейчас быстренько мы его сделаем, да, попробуем по полтора минуты. Ага, хорошо, давай. Давай-ка блюдо отдельно сделаем для мяса. Вот оно блюдо. Да, есть? Мясо. Так, ну что, сидим и отдыхаем. Сережа, все, дело дошло до чакролла. Ну, конечно, здесь долгая история делать на совсем по-другому. Сразу быстрее, да? Быстрее намного, потому что идет непосредственное касание к проводе и, естественно, прожаривается быстрее. Здесь она на углях получается, она как сало стекает, стекает вниз. Ну, ну это не соковая прожарка, то есть нормальная прожарка, все. Нормально, да. Вот, и все. Не красная. Ну мне. Попробуют, ладно, все. Еще шницу не знаю, ждем еще Леву, не знаю, но шницу, мне кажется, я лучше на скраде сделаю. Посмотрим, приедет в Су-7. Да, Су-7, все. Ну, там и наши все сидят отдыхают на веранде. Там еще приехали. Все, несу. Вниз, давай. Ну что, в принципе, минут 20, но стоит зашел на ура. Конечно, не знаю, мне кажется, на скраде сразу быстрее пожарить, чем на углях. Хотя, в принципе, хорошо то, что вот вроде как бы на природе и на таком вроде не на газу, все это дело на сковороде. Ну, сочно, вкусно, вот именно вот с кетчупом там все эти люди едят. Все гости, родственники. Вот, вкусно, чек-ролл. Немножко жилистый, но все равно вкус очень хороший. Завтра еще попробуем на сковороде, уже вот это у Лены будем все это дело делать. Давно я просто не брал его, вот именно даже для дома. И вот сейчас у нас курочка. Ну, вот здесь замаринована, курятина Ира делала. Надо перевернуть все это дело. О, вот, коптилась. Курочка. Вот такая вот сейчас тоже. Так, немножко опустить. Вот так вот. Гостей, ну, в основном все родственники. И вот картоха зашла просто на ура по охотничьей ребрышке. Все поели, все очень вкусно. Ну, вот, приехала чуть-чуть в семье, родственники. Веронику! Вероника! Хе-хей! Иди покатайся на качелях! Устал этот человек, целый день на воздухе. А? Ну, она тоже, это же сестры ее троюродные. Иди с ними тоже поиграйся, ну как что? Они мне там будут. Потому что... Аккуратно, аккуратно, аккуратно. Так, ну что, мы отдыхаем. Гуляем у Пума. У нас тут очень много уже народу собралось. Приехали все родственники почти. А Серёж нас там кшеварит. Что ты, Серёж? У меня уже слезы из глаз, не могу вообще. Да, больше и больше становится, да? Фу. Я уже... Сейчас, последнюю картошку разогреваем, что осталось. Ешь просто на ура. Она хорошо, когда очень, теплая, да. Теплая. И курные шашлыки остались еще. Не, еще... Ой, на фу! Раз. Еще на раз. Сейчас не поможешь мне-то. Да. Фу, кошмар какой-то. Дым. Что вы? Поиграйтесь. Там у нас были детей приехали. Вон мальчики приехали. Чего ты не будешь играть? Здрасте. Привет. Здрасте. Вон, приехали. Давайте, играйтесь. Мама, помоги! Мама, что? Мама, что мама, ты? Давай, ну кидай давай мне. Кидай. Поймаешь? Сейчас давай. Подожди, сейчас стоп. Ну что, у нас уже практически 7 часов вечера. Вообще все залохло. Пошел мелкий дождь. У нас осталось немного шашлыка, но пришли еще дети, еще родственники. Там 4 детей пришли. Двоюродные. О, у нас сосиски. На решетке. Еще должен подъехать. Вот сейчас привет Лёва, звонок перебил. И тут уже все отдыхают.
походу, конечно, зря. Да, вот, что-то время 7 часов пошел мелкий такой дождик, ну, неприятно, конечно, но все с ним под крышей, но все равно. Вот, остался еще шницель, не знаю, надо было у нас скоро одеть делать, потому что долгая история с этими стейками, с говядиной. Ждать 20-25 минут на решетке, не знаю. Просто действительно сегодня первый раз делал, именно на решетке, это очень долго. Отдыхаем. Да, совсем другое, конечно, вообще чувство. И на отдых, если отдых на природе, это действительно хорошо. Такая есть возможность. Действительно, 1 мая все-таки отдых и работа. То, что посадили здесь все картошки. Серег, как тебе 1 мая? Как отдых? Как мне 1 мая? Да. Ну, как и все, наверное. Обычно. У тебя обычное 1 мая. А что должно быть необычного 1 мая? Там я уже 1 мая уже такой, получается, знаешь, как это... Работа? Нет, даже можно, просто сказать праздник мира и труда, да? Праздник ну, да. мира и труда. Труда, дачника. Обычно труда. Но для дачника, для нас, это вообще труда. Да, труда. Ну, тем более для это... картошку посадили. Погода есть да. хорошая. Ну, вот, что, была, посадили, да, погода посадили. Почему вчера, папа сказал, вот, сажаем посмотри, сегодня, вот, все, он палит. Все, он забьет землю, и смысл этого все, было пахня. Да, нет, все. Да, даже нет, пахня. Да, ты почему? потом спаши его. Ну, а смысл тогда было пахать, скородить, ну, правильно? Да, да, вот да, как да. сегодня люди вот возле нас, они спахали, скородили, да. и будем сажать третьего. А ну, если два дня дождей будет идти, хоть и смысл забитую землю, 43-го, да? 43-го, там магазин, ну, у нас да. есть 43-го. Нет, смысл забитую землю сажать картоху, правильно? Да, мы с ним спахали, сразу посадили, проскородили, все. У нас только так и надо, у нас песок вообще, у нас вообще... А, тем более песок, да, посадил, все, и... Вот, посадили, все. И культурно отдыхаем. И вот, все пришли в гости. Картоха пошла на ура. Ну, на ура, и картоха, и картоха, и вот еще осталось. Остатки. Вот, осадки сладкие. А, я одно ребро. Еще, нет, Лёва не одно, ждёт. Наверное, Лёва два, ждёт. Два, три, наверное. Лёва есть, ждёт, наверное. Ну, может, Лёва приедет, а еще он чевапчичи или что вот там. Нет, это просто принесли уже твои двоюродные сосиски. Сосиски. Просто им пожарили, наверное, сосиски. Еще двоюродный раз осталось шашлыка, ну еще шницы. Да, ну уже все, я уже объелся. Жидкое золото есть, самое главное. У нас жидкое золото? Самое главное, у нас оно неискончаемое. Неискончаемое. Нет, главное, что мы с тобой сидим, все нормально, да? Все хорошо. Ну и что, а жидкого золота ничего ж? Нет. Головка не бабло, никогда ничего. Свое жидкое золото. Самое главное. Вот, и даже вот сидим и не пукаем. Ладно, все мир тут май. Да, все, все, все. Я хочу туда. Ильюш, Ильюш. Конечно, не занимался. О, гляньте, кто приехал к нам. Вау! Кумаку! Я не знаю. Вот, вот он! Здравствуйте всем! Привет, прихлявый! А сколько ты собирался? Сереж! А, Сереж! Кого? Серега тебе звонит с утра? Ну, там шашлыки готовит. Оставшиеся. Я выйду показать тебе. Привет! А вот дождь поливает, холодно. Давай,